В рамках проекта «Жигеры Жасмаган Жандар» в Центральной библиотеке имени Сакена Сейфуллина прошел конкурс «Кедергесиз Булашак», направленный на повышение компьютерной грамотности незрячих читателей. Само мероприятие состояло из 4 этапов: написание текста на компьютере с помощью специализированной программы, определение номиналов монет и купюр на ощупь и с помощью смартфона, сбор данных через приложение ТЭП-ТЭП-СИ, а также выразительное чтение стихотворений. В качестве зрителей присутствовали инвалиды по зрению общественного объединения «Казахское общество слепых». В завершении конкурса выступил талантливый вокалист, победитель международных и областных конкурсов Дауен Алгысбек. По мнению организаторов, подобные мероприятия способствуют адаптации участников к современным требованиям и углублению их восприятия окружающего мира. Вот, ну, я участвую первый раз. Надеюсь, будет все хорошо, все отлично. Ну, пусть это мероприятие постоянно будет продолжать, ну, место свое находить.